Hola amigos, mi nombre es Алена, и usted en el canal Caracol Live PTY. Всем привет! И я начинаю видео о традициях новогодних в Панаме. Сейчас я вам покажу, какие тут у нас куклы по дороге. Буду останавливаться и вам снимать, показывать. Новый год в Панаме тесно связан с огнем. Почему я вам показываю кукол, да? Потому что здесь принято сжигать чучело знаменитых личностей. Мне пришлось выключить звук и наложить текст, потому что очень шумно на улице, и мне приходится кричать, поэтому я все-таки решила, что я уберу этот звук и наложу текст. И куклы, как я вам уже сказала, жители сжигают в новогоднюю ночь, но это ритуал не со злым умыслом, а наоборот, чтобы защитить всех любимцев, всех своих близких от каких-либо неприятностей, ведь в каждое чучело они вкладывают все проблемы, болезни уходящего года. И также сжигать чучело известных людей, политиков, писателей, спортсменов, художников, героев мультфильмов, фильмов, как вы видите, или там своих начальников – это непременный атрибут провода старого года. Чучело изготавливают практически в каждой семье, но мы не изготавливаем, но в принципе из каких-либо подручных материалов, из бумаги, соломы, ваты, я не знаю, одевают старую одежду, вместо лица, если не можете сделать, скажем, лицо, то можно нацепить какую-нибудь там фотографию, например. Этих чучел панамцы называют муньеко, муньеко – это кукла. И, как бы, сжигая ее, еще раз я повторюсь, это значение такое символическое носит, избавление от неприятностей, болезней и прочих проблем уходящего года. Сгорела кукла, ушли все проблемы, и Новый год можно начать с чистого листа. Вообще, панамцы очень громко празднуют, провожают старый год и встречают Новый год. Тихое торжество – это неправильное торжество. Так считает каждый панамец. И поэтому в первые минуты Нового года взрывают целую кучу всяких фейерверков, звонят в колокола, воют сирены, сигналят автомашины. Люди не просто кричат, а орут во все горло, сопровождая свой рев, не знаю, там, ударами досок или сковородок, или, в общем, чтобы побольше было шума. И даже собаки знают, когда надо лаять или выть. Это все делается для того, чтобы изгнать злых духов, способных проникнуть в Новый год. И поэтому, как бы, люди так и кричат изо всех сил, что потом даже немного не могут очень много разговаривать. Ну, вот такая интересная одна из традиций в Панаме. Думаю, вам понравилось. Пока-пока!